В общем, ситуация такая. Утро, начало 8 утра, двигаюсь на работу на 49-м автобусе. Автобус в Каменке поднимается на Рижск по Шибалдаеву. Да, ну обычный его маршрут. Поворачивает на кольцо, все, останавливается на остановке. Я стою в начале салона. К водителю подбегает девушка из конца салона, говорит, блин, там что-то дымится, что-то надо делать. Ну, то есть все сидят, все остальные вообще все привыкли, типа, что, ну, это нормально, когда автобус ростовский дымится. Ну, в общем, все, водитель вышел, пошел, посмотрел, видимо, открыл крышку, посмотрел, что у него опять дымится сцепление. Постоянно просто, постоянно. Вообще неудивительно, что в ростовских автобусах что-то дымится. Да, кстати, по поводу ростовских автобусов, проезд-то у нас повышают. Вот, а автобусы дымятся. То есть горит сцепление, автобусы старые и тому прочее. Вопрос. Какого просто, как поднимают стоимость, если они даже не могут нормально технику привести в по***. Вот, короче, вот так немного накипело, решил с вами поделиться, да.